Родители, гости сегодняшнего праздника. Сегодня мы вновь в большую жизнь выпускаем наших детей. Еще совсем недавно они пришли смелыми, несмелыми шагами, несмелой поступью шли по школьным коридорам, а теперь уже гордо шагают по школьному двору. Хочется, чтобы в жизни у них все сложилось и обязательно сложится, потому что они имеют для этого все, и качественные знания, и выросли воспитанными, хорошими, настоящими людьми и патриотами своей Родины. Им осталось получить качественное образование, потому что сейчас время профессионалов. Поздравляем и девятиклассников, которые с сентября либо вновь сядут за школьные парты, либо выберут среднеспециальные учебные заведения. Поздравляем первоклассников, они выдержали самый трудный экзамен, и еще 10 лет им предстоит принимать участие в линейках, и чтобы через 10 лет выпуститься, как те выпускники, которые стоят сейчас за вашими спинами и вас поддерживают. Родители, не забывайте, что вашим детям нужны будут не только слова поддержки, но и твердое плечо и совет. Хоть вы сейчас и не будете с ними мысленно садиться за школьные парты, но поддержка родителей нужна всегда. И огромное спасибо педагогам. Это люди, которые своим неравнодушием, своим участием в судьбе детей вложили в них самое дорогое. Всех с праздником! Линейку, посвященную празднику «Последний звонок», считать открытой.